Девушки, красавицы, любимые наши. Слушайте, ну, шел восьмой день весны, шел восьмой день марта. 8 марта, как мы любим говорить, этот праздник у нас, собственно, впитался во все части тела. И я поздравляю вас с наступлением весны. Я желаю вам, чтобы эта весна была теплой, красивой, любвеобильной, нежной, благоухающей, взаимной. И чтобы всегда светило солнце, чтобы вы радовались, улыбались, чтобы сердце обливалось только самой приятной частью вашего организма, которая называется кровь. Кровь должна кипеть от любви, от внимания, сердце должно трепыхаться, бабочки должны летать, что-нибудь должно летать, и кто-нибудь должен быть рядом, кто-нибудь важный и очень нужный. С 8 марта.